В России долгое время к блогерам относились как к чему-то несерьезному, однако с недавних пор отношение к ним стало меняться. Об этом говорят многомиллионные просмотры и такие же гонорары. Подписаться на популярный канал, поставить лайк и оставить комментарий – это главный призыв, с которым сталкиваешься, открыв YouTube. На этом ресурсе каждый выбирает то, что ближе всего, и для этого не надо подстраиваться под сетку телевизионного вещания. Кто победит в противостоянии – интернет или телевизор? Об этом в нашем следующем сюжете. Популярные блогеры Твери решили объединиться и создать свой продюсерский центр для творческих людей. Первым шагом стало создание презентационного клипа в одном из самых узнаваемых мест нашего города в бизнес-центре Тверь. Подписаться на популярный канал, поставить лайк и оставить комментарий – это главный призыв, с которым сталкиваешься, открыв YouTube. На этом ресурсе каждый выбирает то, что ближе всего. И для этого не надо подстраиваться под сетку телевизионного вещания. Кто победит в противостоянии – телевидение или интернет? Сегодня произошло удивительное событие. Медиахолдинг «Тверской проспект» и корпорация Inside People объединились. И теперь все наши зрители смогут получать не только информацию про какие-то обыденные темы, но и уникальные темы, которые предоставят все эти блогеры. Inside People – это продюсерский центр для блогеров. Соответственно, мы берем каждую сферу абсолютно разных людей, объединяем их и творим, собственно, с каждым определенного рода контент. С сегодняшнего дня мы начинаем сотрудничество с телеканалом «Тверской проспект Регион», что, собственно, приносит каждому из нас определенный выигрыш. Соответственно, смотрите нас и на телевидении, и в нашем интернете. Телевидение и интернет – это разные ресурсы. Нужно идти в ногу со временем и переупаковывать контент. Для развития платформы нужно менять его под восприятие аудитории, чтобы было привычно и для телевидения, и для интернета. Все переходит в интернет по максимуму. Есть куча разных платформ по типу YouTube, Рутуба, те же самые Инстаграмы, ТикТоки. Там это более как-то востребовано все это дело, чем телевидение. Ну и у интернета больше доступность, чем у телевидения. То есть тебе нужно провести провод, созвониться там с Риколором, например, каким-нибудь, для того, чтобы это сделать. А интернет, ты просто его включил, посмотрел, что тебе интересно, загуглил. Не надо переключать каналы, смотреть рекламу. Потому что все сейчас держится на подписках, даже та же самая реклама не появляется. Заплатишь ты 200 рублей в месяц. Но также мы считаем, что частичная аудитория, которая нам нужна, находится и на телевидении, и мы ее с удовольствием переманим себе. Противостояние между телевидением и интернетом не может быть, так как это все-таки разные платформы. Это как зеленые и горячие. Ищите нас не только в сети, но и на канале «Тверской проспект Регион». Подписываемся на наши соцсети. И ставим лайки.